Здорово, бойцы. Запишу бой интересный. Ну, для меня интересный, не знаю, как для вас, вон сколько насливал. Не знаю, не идет что-то у меня никак. Не катит, особенно турнир. И ПВПшки обычные, 2 на 2. Не знаю, проигрываю и все. Настроения, может, нету играть. Так, ладно, посмотрим. Здесь мне просто повезло. Вовремя я переоболся. Так сказать, перестроил игру. Так. Решил я тут, значит, авиации поиграть. Ящики собрал неплохо. Даже маленько погалдею. Ну это там потом. Ящики на красных собираю. Карту более-менее знаю. Расположение ящиков более-менее знаю. Вот. Так, на троечку, да. Собираем ящики. Вот тут стащил под базой. Тут стащил. Тут. Тут все, я уже на его половину забегаю. А вот здесь вот не взял. Так, что у нас дальше? Да, вот здесь взял. Нет, не взял. Так. Ну что, еще будут ящики-то, нет? Так, вот у меня тут синее снабжение началось. Да, а, вот еще ящики. В общем, нормально. Так, что я тут делаю? Значит, достраиваю центр снабжения. Играю на 5. Давай на пятерочку. Здесь парень разведывать меня пытается. Так, выхожу в третий штук. Так. Вот. Да, все-таки разведал меня, увидел у меня авиазавод. Вот. Я тут пытаюсь в авиацию выйти по бырику. Вот. Буст электроэнергии, конечно, прожать. Так побыстрее все это дело было. Здесь я, значит, его разведываю. И что я вижу? Я вижу, что здесь уже, да, стоит завод и уже строится авиация. Я тут начинаю голдовый буст прожимать. И... Так, опять разведка идет. И вот здесь уже летит истребитель на меня. Я, конечно, маленько в шоке был. Чуть-чуть он меня опередил. Мне бы ПВОшек подстроить побольше, да? А я нет, у меня их нету. Вот. И тут я начинаю проигрывать воздух. У меня паника, что делать? Так насливал, думаю. Надо выигрывать, надо тащить, надо тянуть лямку. Думаю, ну ладно, сейчас попробую все-таки авиацию. Вот. Думаю, сейчас вот у него кончится здесь топливо, и он летит. Тут аэродром восстанавливаю опять. Вот. Что у нас тут дальше? Так, красное строительство включаю. Тут опять прилетает. Здесь у меня ПВОшечка уже имеется одна. ПВО, не знаю. Средний. Средний у меня, наверное, ПВОшечка. Ремонтирую аэродром. Синее снабжение. Вот. Второй истребитель. Думаю, все, успокоился. Думаю, больше летать не будет. Сейчас сделаю звено, я думаю, и пойду вынесу ему аэродром. Ага, сейчас сделал. Пролетают его вертексы опять. И начинается. Носит мне ПВО. Потом аэродром. Истребитель еще один вылез вроде. Так, вот я ему одного тут снес. Вот этого бы добить еще, конечно. Так, что делаю я? Ставлю опять аэродром. Ну, мне же не имется. Мне, блин, на одни и те же грабли надо наступить. Здесь я что тут делаю-то? Летаю что-то, не знаю, зачем летаю. Я даже, по-моему, не контролировал. А вот сейчас контроль взял.
достраивается аэродром, достраивается ПВО. Вот. Тут я уже Ягуара заказал. Так вот над базой полетал оппонент. У него ж ничего нет, он все вкладывал. У меня даже центр снабжения сколько раз? 2, 3. 3 центра снабжения на 3 играл. Блин, я только сейчас это заметил. Играл на 3 центрах снабжения. Вот это да. Он увидел мне аэродром и быстро-быстро поторопился, наверное. Что же делать? Чтобы лишить меня авиации. Кстати, я этого не заметил. То есть я уже ПВОшек навтыкал. 2 штучки. Вот, все-таки аэродром он у меня сносит. И тут, в общем, я психанул. Вот, и решил, что буду играть без авиации. Вот, ставлю ПВО. Ставлю, значит, ПВОшки. Вот. Жду, когда он прилетит добивать аэродром. Тут, значит, разведку везде расставил. Вот, потому что вслед за тем, когда начинается вывивка аэродрома, сразу приходит толпа зевсов, либо пехов, либо чего я там еще. Пролетел, посмотрел, все, у него опять все то же самое. Вот. И тут, я так понимаю, он решает уже идти в развитие, как бы. Тут, значит, прилетает, я думаю, сейчас вот без хама на голд-отдыхе я его положу. Ага, сейчас, ну тут-то было. Меня опять раскидывают. Разбирают меня здесь. Ну, думаю, засранец, сейчас подожди. Ставлю второй завод спецмашин, второй завод штурммашин. В общем, готовлюсь тут по полной. Думаю, продавлю его наземкой, пока не поздно. Вот. Значит, у меня везде разведочка стоит. Все, все как положено. Все подходы контролирую, отправляю даже сюда пехотку. Так, коплю, значит, я войско. Вот. И тут меня в 4-й штаб потянуло. В хам нужно выходить. Вот. Делаю на 4-й штаб. И тут опять прилетают вертексы. Один положил. Второй положил на голд воздухе. Так. Блин, истребители у него под голдой летают. Положу его. Черт, не положил. Ну, да, все. 6 у меня, по-моему, было дикобразов. Он их просто разнес. Все, я возвращаюсь назад на базу. Возвращаюсь на базу, ухожу в 4-й штаб, ставлю 2-й завод штурммашин, 2 завода спецмашин, вот, улучшаю заводы хамелеонов и начинаю копить войска. Так, здесь, наверное, лучше перемотать, ничего интересного. Надо отвлечь ему внимание. Разведку пустил, он тоже выходит в 4-й штаб. Блин, ну, центр снабжения достроил, 5 поставил. Так, я, значит, в хамелеона выхожу. Вот, заказал хамелеона. Ягуар, образ. И тут, значит, я отправил, чтобы маленько его отвлечь, флаг захватить. Соответственно, прилетели вертексы. Вертексы в студию. Вот они прилетели. Отвлекаются маленько. Ладно.
Полетал он там, полетал. Так, тут, значит, я пехотинца. Где тут пехота? Я должен вниз отправить. Вот сюда, на разведку. Не отправил, значит, еще. Так, вот это вот все я отправляю вниз, да, и вот сразу пехоту вниз отправил на разведку. Вот. Сразу, думаю, разведу этот путь, чтобы здесь никого не было. Тут сейчас интересный момент будет. Вот здесь пройдет пехотинец. Вот тут сейчас будет проходить пехотинец. А вот здесь мои войска. И они как-то вот разомнутся, не встретятся. Вот, бежит пехотинец, и здесь идут мои войска. И вот они как-то вот друг друга не увидели, прям буквально миллиметры, походу. Вот, проскочил, все нормально. Попутно, так, на паузу, отстраиваю ядерку в угол. Потому что он, считай, летает в основном вот здесь. В основном ППОшки не будет, с края где-нибудь будет покусывать. Вот. Я ее отстроил в самый угол, если что, запустить ядерку. Но она мне как бы не поможет, я уже так ее. Вот. Либо бывало такое, то, что я ядерку ставил, чтобы отвлечь оппонента от основных войск. Он все силы тратил на ядерку, терял истребителя. Вот. Ну, как бы получится запустить, запущу, не получится, отвлеку как бы от этого. От заводов там, от базы. Так, и вот тут я включаю 2 хамелеона и пошел. Типа развития его опережал. Так, вот здесь идут у него. Ну, он уже даже в торф вышел, ну какой молодец. Ну тут видишь, у него по очереди они идут, я их просто выношу. Дикобразами ездить, чтобы они урон впитывали. Потому что уже чувствую, что все. Ну, слабенькие у него. Торы слабенькие. Все, и тут просто я его выношу. Это мне даже легко показалось. Вот. Начинаю кататься тут. Думал, там еще сейчас девцы где-нибудь на полпути назад вернутся. А тут их и нету. Думаю, еще лучше. Ядерка, что я делаю с ядеркой? Я ее, значит, отстраиваю. Строй дворы уничтожаю. Чтобы ничто не выдавало, что у меня там в углу ядерка. Ну тут я уже его выношу, как бы, и все. Здесь уже все. Вот. Заказываю ядерку. Ну, заказываю ядерку. Вот, заказал. Сейчас этот строй-двор уничтожил, да, и все. И тут просто я решаю маленько его помучить. Маленько помучить, отойти. И сейчас ядерку уничтожу. Смотрел бои. У некоторых тоже снимают. Парни на YouTube выкладывают. Чувак вот сюда вот в угол засунул ядерку. Вот сюда в угол засунул, а база у него вот здесь. И все, и чувак не мог понять, откуда в него ядерка шмаляют. Летал, летал, искал, искал, так и не нашел, представляете? И я жрал. Вот. Ну, здесь так уже, все, конец победы. Вот такой вот бой. Попозже маленько какой-нибудь сливной бой выложу. Где меня выигрывают. Ну что, как-то так.